Управление внутренних дел Югры объявило старт конкурса «Народный участковый». Нефтеюганск представляет Николай Афанасьев, которого могут поддержать местные жители. Это можно сделать на официальном сайте УМВД округа в разделе «Народный участковый-2023». Голосование продлится до 20 сентября. Николай Афанасьев приступил к службе 4 года назад. Его задача как участкового – сохранять покой и порядок на вверенной территории, с которой нефтеюганец отлично справляется, о чем говорят благодарственные письма и похвалы от жителей. Более подробную информацию о нашем участковом, а также о других участниках, можно увидеть на сайте 86.mvd.rf. Там же и пройти голосование. Кстати, Николай Афанасьев сейчас на третьем месте в рейтинге конкурса. Трое лучших по итогам отправятся на всероссийский этап.